Вань, прежде всего, комментарии по двум предстоящим матчам. Ну, это, наверное, самые важные матчи в группе, и надо их выигрывать и уже напрямую выходить на Евро. Помнишь предыдущие два поединка в первом круге? Какими они получились для нас? Ну, тяжелыми, конечно, с болгарами там на выезде. Мы забили чистый гол, который не засчитали. Болгар хорошая команда, от обороны играли. И я думаю, у нас было много моментов, но, к сожалению, мы их не реализовали. С поляками была тяжелая игра, результативная ничья, отыгрались в концовке. Но тоже интересная игра получилась, и как могли выиграть, так проиграть. Как думаешь, отсутствие болельщиков на трибунах для нас минус или плюс? Ну, когда дома играем, минус, конечно, когда на выезде, наверное, плюс то, что... И их там поляков будет на выезде гнать болельщики, а так сейчас не будет болельщиков, но ничего страшного, уже привыкли, много игр сыграли. И по сборам расскажи, соскучился вообще, как обстановка, атмосфера в команде? Ну, конечно, по ребятам некоторым соскучился, хорошая обстановка, в рабочем режиме сейчас работаем, все друг друга знают, как бы хорошо общаемся, коллектив отличный, атмосфера прекрасная. И последний, как думаешь, сильно скажется отсутствие Фили Чалова на нашей игре? Ну, конечно, это, наверное, лидер нашей сборной, много голов забивает, но ничего страшного, у нас есть кого заменить, поэтому будем мы без него стараться выиграть.